Всех приветствую, дорогие друзья, на канале нового Лада Тольятти. Сегодня очередная выдача нового автомобиля. Выдаем мы сегодня Grand Liftback, комплектация Club, черного цвета, с двигателем 1.6, 106 лошадиных сил. Автомобиль с АБС. Вот, черненький цвет. К нам приехал Дмитрий из города Самара, да? Да. Самара. Из Самары приехали. Вот это где-то 100 километров от города Тольятти. Вчера созвонились, забронировал автомобиль, сегодня привез вот зимними шинами сразу, здесь же на месте у нас переобули, в общем, посмотрели машину, все, предпродажку сделали машине, естественно, как полагается, помыли ее, чтобы не на сугробах смотреть, да, на улице, более так, в теплом помещении сделали осмотр автомобиля, переобули, оформились, сделали выдачу, в общем, знакомьтесь, ранее забронировал автомобиль вчера, да, получается, сделал предоплату. Все ли соответствовало? Для наших подписчиков просто важно, это я думаю, что... Да, все договорились, время, место, все объяснили, приехали, забрали машину. Сколько примерно по времени заняло вот оформление? Меньше, ну, переобувки даже. Суток. Как приехал? Да, вот, час, наверное, вот все. Ну, это уже, считай, переобули, переоформились, да, и все. Да, то есть, грубо говоря, вы вот зашли в салон, посмотрели машину. С момента того, как зашли в салон, и вы уже выезжаете, вот прошел час. За один час вы уже машина переобутая, причем, то есть в этот час мы уже и переобули, и оформились, и все, то есть готовы ехать домой. Все сделали заранее. Заранее. Да. Вот. В общем, хочу тебя поздравить с покупкой. Спасибо. Красивая машина. Я сейчас по комплектации еще тоже быстренько покажу, хорошо? Значит, автомобиль у нас идет на 15 легкоспалных дисках, красивые диски здесь 15 дюйма, черные с полировкой. Вот стандартные шины Pirelli идут. 185-55R15 АБС-ка присутствует, наружные зеркала в черном глянце с повторителем. Вот, дальше, значит, ручки окрашены в цвет кузова. Здесь штатная музыка, 4 колонки, 2 передних стеклоподъемника, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер, обогрев лобового стекла, подогрев передних сидений. В общем, классная комплектация. Сегодня, на сегодняшний день это самая топовая комплектация. Стоимость ее составила 1 миллион 115 тысяч. Ну вот, в принципе, все. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, приезжайте за новым автомобилем Лада. Всем успехов, пока!